Какие мощные грибы! Это русский гриб. Гриб художника. С обратной стороны можно нарисовать букву Z. Или букву любую. Вот так вот. Хорошо. Красиво. Береза, наверное, вкусная. Потому что их здесь несколько штук. О, как они объедаются. Выросли большие. О, а это что? Еще вон там, да? И вон там еще. Во, красиво. Лес хороший. Мы нашли один белый, один красивый подосиновик, один большой такой подберезовик, мокрух, поддубешек, всякой чертовщины. Сыроежек, в смысле. Ну вот, чуть-чуть не упала. Потому что хотела перелезть. А здесь еще ветка вот эта вот. О, какая ветка. А я ее не видела. Думала, бревно. Я ее не видела, эту ветку. И хотела перебраться. Потому что я там увидела какой-то маленький грибочек. Я его проверю. Посмотрю. Вот, нынче болото это высохло напрочь. Сейчас немножко заполняется водой. А то зверям было пить нечего. Ладно, будем уходить. Мы уже на дороге. Саша перекусывает, а я туда-сюда здесь бегаю, смотрю. Ну что, всем пока.